На первом этапе в Одессе провакцинируют 1028 человек. Среди них 496 медики, работающие в ковидных стационарах. 292 – сотрудники и подопечные спецучреждений. 231 – работники скорой, 9 работников коронавирусных лабораторий. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Горсовета Елена Якименко во время аппаратного совещания. Первый и второй этапы вакцинации будут проводить 3 бригады. В закладах охраны здоровья территориальной громады міста Одеси створены 3 мобильные бригады в первичных центрах 2, 3 и 28, которые будут вакцинировать организованные коллективы за местом работы и проживания, интернаты тощо. На першому і другому етапах мобільні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту та укомплектовані відповідно до наказу. Напомню, первый этап вакцинации от COVID-19 в Украине стартовал 24 февраля. Прививка проводится препаратов Covishield от AstraZeneca индийского производства. В Одессе первую дозу вакцины получили медики инфекционной больницы.